вас лямды лежат на архиве. Насколько я знаю, Алексей Васильевич еще могут, так сказать, угле, они да, да, выйти да. в комплексную плоскость. Да, да, но мы сейчас пока... Кто-нибудь у вас по этому Нет, поводу? Нет, мы пока не рассматривали вот насчет, ну, то есть... Вот у него там в угле было, то есть мы не рассматривали. Мы там, рассматривали... конечно, они очень зажаты, но тем не менее. Ну вот эти лямды, вообще их можно сдвигать, то есть, но там нужно такое условие, чтобы было, ну, там еще вот как бы дополнительно. Ну мы вот сейчас как раз над этим работали, в общем, вот это смотрели. На вот этот вопрос ответить, давайте я на последний. Значит, действительно, в случае, когда мы рассматривали пространство, всех целых пунктов. Там мы берем, значит, вот эти точки мимо, которые здесь есть, в которых мы ищем решение, так, принимая заданное значение. Она на вещественной оси. А вот точки лямбда каты, вот, они могут быть лежать вот в этих секторах. Между ними не больше должен быть пополам. Так вот, здесь то же самое должно быть. Здесь более сложная задача, кстати. Значит, вот у нас выпуклая область, точка вот 0. Точка, вот, которой точки вот эти ню каты здесь спрашивается. Здесь было сказано, что все лямбда каты лежат на вещественной оси. Но можно взять и луч, но должно быть добавлено условие, что ортогональная вот к лучу вещь, она касается вот этой точки. То есть, так сказать, то есть это должно быть так примерно быть. Значит, чтобы это выполнялось. Вот чтобы здесь, вот, ну, давайте еще так не крутой делать. Вот так и вот так должно быть. Вот ортогональная ключу, где точки лямбда каты, она должна касаться точки, куда входит вот эта лямбда каты.